Hey guys, today we are going to do undercover sting operation on the biggest scam cashback app in Ukraine. It exists in Kyiv and Odessa, and it's called Femme Fatale, which in translation means fatal woman or deadly woman. Oh, what a name! Let's find out how I can get up to 70% cashback using this app, buying four coats, flowers, iPhones, or even imagine something that doesn't exist in this website. So I'm going to call manager of this app right now. Let's see the details, what she will answer me. Anna, здравствуйте. Здравствуйте. Это вы вчера интересовались кэшбэком по айфонам по вандершопу, правильно? Да, 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 интересовалась. Угу. Смотрите, если вы хотите, чтобы вам кто-то купил телефон, и вы хотите получить этот телефон, то кэшбэк составит 3%. Вы можете зарегистрироваться на сайте в нашем интернет-магазине. Второй вариант, который некоторые тоже наши покупатели используют, когда у них уже есть товар, который есть в нашем магазине, и они не хотят получить доставку, но они хотят получить большой кэшбэк. При условии отказа от доставки мы предоставляем кэшбэк 70%. То есть, если у вас уже есть iPhone, и вам не нужно его доставлять, там, к примеру, у вас и коробочка сохранилась, и вы можете совершенно спокойно там своему другу предоставить, так сказать, фотоотчет о том, что вот вам купили телефон, то, конечно, мы вам выплатим 70% от стоимости, то есть это будет там 30 плюс тысяч гривен. Вот, такой же вариант используют для цветов, для парфюмерии. Например, если у вас есть какой-то парфюм, там, недавно начатый, там, может, даже и коробочка сохранилась, то есть, опять же таки, при фотоотчете вам будет что показать, вы можете нам сказать о том, что вот у меня есть такой парфюм, но в вашем магазине его нет. Разместите, пожалуйста. Мы его размещаем, вам его покупают. Вы отказываетесь от доставки, мы вам выплачиваем 70% кэшбэка. Или вариант, когда вы действительно хотите какой-то товар, но его нет в нашем магазине, там платье, например, да, понятное дело, мы не можем охватить все возможные товары. Вы нам присылаете ссылку из магазина, где есть этот товар, мы его размещаем, его вам покупают, мы вам его доставляем и выплачиваем кэшбэк, который там был назначен на данный товар, мы с вами можем даже цену согласовать, да, чтобы вам было комфортно и с этим товаром, и с этим кэшбэком. Вот, то есть варианты вот такие вот разные, мы достаточно гибкие в этом плане. Хотели сделать магазин для девушек, чтобы и товары были интересные, и какой-то вот кэшбэк, ну, так как мы кэшбэк изначально сам фаталь, да, то есть это наш основной сервис, то есть как-то поддерживать девушек и давать им хорошее настроение. Вот, поэтому здесь вы уже там думаете, смотрите, как вы хотите, хотите больше денежек или хотите товар с каким-то дополнительным бонусом, мы всегда идем навстречу. Хорошо. Спасибо большое. Ну так вроде бы все ясно. То есть вот эти 70%, и там идет в основном написано до 70% скидка, это в основном с фактически не получением товара. Это без доставки, да. Да, иначе мы просто не можем, конечно, мы же не можем купить и мобильный, ну, например, iPhone в том же цитрусе, да, там или в розетке, или там у других партнеров, и сделать на него 70% кэшбэк, ну, это невероятно совершенно. Такого быть не может. А как вообще вот на сайте, когда зарегистрируешься, тогда будет видно, на какую группу товаров какой кэшбэк или нет? Когда вы вступите в партнерскую программу, то есть сначала вы регистрируетесь, потом вы попадаете сразу при регистрации в личный кабинет, и вам там предлагается вступить в партнерскую программу. Вы нажимаете на кнопочку, заполняете номер телефона, откуда узнали о магазине, и подать заявку. И буквально в течение там пары минут мы вам подтверждаем, то есть вам уведомление никакое не придет, но вы буквально там через пару минут можете заходить уже в сам магазин, в товары, и вы будете видеть под картинкой товара, под каждой картинкой товара у вас будет слева цена на него указана, а справа размер кэшбэка в гривнах. Хорошо, спасибо большое.
Спасибо, да, пожалуйста, за если, да. если что, угу. да, задавайте вопросы, угу. всегда рады. Хорошо, да. Да. Спасибо, да, хорошего дня, да. До свидания. До свидания. Угу. So guys, oh my god, did you hear how she was open with me? And honestly, I didn't expect she will like tell me everything, all possible ways of collaboration. But for them, I'm already proven scammer, because just yesterday we was in one of their restaurants and today in the morning I got my first cashback. So they say as soon as she found out, she already knew my number, because she doesn't want to write me nothing. So she said, we will call you. But today I just got my cashback, so she called me and she told me all the possible ways to collaborate. So basically I can buy whatever I want, even something that doesn't exist on their website. She just said, you can send me the link and you can choose the price and you can choose the number of cashback. We're very flexible for this. And even what is the most strange and make me upset, honestly, it's like she proud of the services, she feel like she did something great for a woman. Finally they can make money from dating this naive stupid Western guys. Oh my god, can you believe? So now you have to be 10 times cautious about whom you date, what kind of gift you did. And if lady insists on you going on specific restaurant or buying for her spa procedures even. Imagine, there is so many options how you can get scammed. It's not just restaurant, you know? It's spa, massages, beauty salons, it's shops, even hotels, cosmetologists, insurance company, striptease clubs. So you just need to be aware of that, you know, issue. And if lady invite you in a restaurant and she insists to go, you know, you can offer her to you can tell her if she choose restaurant, she have to pay. If you choose, then you pay. And I'm telling you, if she insist and invite you in specific restaurant, it's like big huge red flag, you know. And good lady, she will never do this, basically, you know. And but scammer would be maybe offended if you will say this to her. But really, don't be shy and protect your rights, and don't waste your time on a not serious lady who just use you, you know, eat you and spit you out. So attitude to them in the same way, they deserve this, really, sorry to say. But it's low quality woman in Ukraine and you can meet them. So I wish you safety dating in Ukraine and find good quality, high quality woman and never trap into this bad story. See you in our upcoming videos. Have you been searching for a beautiful wife? Do you dream of meeting the perfect woman, but haven't found her? Well, imagine if there was a simple way this could all change for you. Imagine if there was a Canadian marriage agency that would introduce you to as many beautiful women as it takes until you find the one. Ukraine, a lost world of beautiful traditional women. At last, a place where you can find the beautiful wife you have always dreamed of. Every Ukrainian woman dreams of having a happy family. Now you can have a traditional beautiful wife from Ukraine, creating happy family memories forever. So what are you waiting for? Register right now and Skype our beautiful ladies completely free. So what makes us different, you might ask? Why not ask Google simply by searching Match Guarantee Reviews.